Адмирал, Мэнкс и Райнер бежали через ворота деформации из-за вмешательства Зерг. Но прежде чем наши войска прибыли, адмирал Стуков взял под контроль большое количество отрядов и отбыл в Браксис. Почему он оставил Айур? Почему он отправился на Браксис? Пока я не вижу никаких нарушений. Но, возможно, адмирал не столь лоялен, как мы и думаем. Я прощу вам это высказывание, лейтенант, потому что вы молоды и глупы. Мы с Алексеем были друзьями всю жизнь, и поэтому в любом случае он должен быть найден. Когда он будет здесь, все выяснится. Адмирал, наши датчики засекли действующий пси-дисраптор прямо под нашей позицией. Это значит, что адмирал Стуков не уничтожил его на Тарсонисе, как ему это было поручено. Что? Это невозможно! Я предупреждал вас, адмирал. Стуков предал нас. Он использует пси-дисраптор, чтобы не дать нам выполнить нашу миссию. Я не могу поверить в это. Но доказательства неопровержимые. Алексей, что же ты наделал? Похоже, вы были правы все это время, лейтенант. Найдите адмирала Стукова. Конечно, адмирал. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, я, дезертир. Дюран должен выжить, Стуков должен быть убит и найден. Лейтенант, погоди секунду, пока мы очистим вход. Они заблокировали дверь. Давайте бомбу. Обнаружен тайный ход. Ну, как-то так. Мы внутри. Здесь пусто. Я не могу поверить. Санитар! Да, санитары снова здесь, мои дорогие друзья, санитары снова здесь. Вообще, на самом деле, можно было бы взять, например, и страдать фигней. Ну окей. Ладно, мы должны выделить вот их, а их следовать за тобой и тобой. Выделить на единичку, Дюрана на двоечку и пойдем. Только скажи, рок-н-ролл, только скажи. Разберусь. Порядок. Может, ладно, на троечку. Где болит? Я здесь. Я займусь этим. Так, давайте привезем Дюрана, посмотрим, что это нам даст. Конечно. Я не могу поверить. Ага. Только пехотой. Уходу. Что это нам даст? Как же работает эта чертова штука? Компьютер. Найти адмирала Стукова. Вот неверный. А? Oh my fucking god! Я разберусь. Рок-н-ролл. Ну да, если бы там был Дюран, было бы немного обидно. Может, мне кто-нибудь заплатит? Где болит? За что тебе платить? Ты чуть не убил этого беднягу. Рок-н-ролл. Я разберусь. Так. Порядок. Как здорово. Я пошел. Только скажи. Так. Командир. Вот появление читерных медиков здесь просто великолепно. Есть проблемы? Да, есть проблемы с твоими друзьями. Конечно. Так. Я не могу поверить. Конечно. Невозможно атаковать цель, потому что это просто побитый гражданский. Уходу, уходу! А полечить гражданских мы можем? Медики? Хм. Ну ладно. Уходу, только скажи. Командир. Рок-н-ролл. Что случилось? Где Стуков? Не говори ничего этим предателям, Гарри. Эй, парни! Помогите! Из этой комнаты никто не выйдет живым. Может, мне кто-нибудь заплатит? Пошел, пошел!
остановок. Командир. Медики иногда тупят, серьезно. Причем жестоко я тупят. Рок-н-ролл. Я разберусь. Только скажи, я разберусь. Командир. Я рок-н-ролл. Я разберусь. Командир. Только скажи. Другой компьютер. Говорит, нажмите любую клавишу. Ладно, ладно. А какая это любая? Скрытые камеры включены. Oh my fucking god. Если бы мы туда попали, мы могли бы украсть эти клеофы. Да, действительно, могли бы. А как нам туда попасть? Может, мне кто-нибудь заплатит? Ну ладно, видимо, сейчас поймем. Требуется врачебная помощь. Ну а пока что мы будем следовать нашей линии. Ладно, нам куда-то вот сюда, видимо. Давайте. Хотел сказать, возьмем с собой Дюрана, но окей. Я займусь этим. Я пошел. Я не могу поверить. Я займусь. Так. Этим. Конечно. Дверь, естественно, запертая. Я пошел. Вот неверный. Я ненавижу компьютеры. Быстро говори мне код, пока я тебе не прихлопну. Я тебе ничего не скажу. Серьезно? То есть его надо. Камеры включены. Вице-адмирал Стуков находится в секторе 8. Угу. А вот и Стуков. Ха. Ну что ж. Как здорово. Сейчас пойдем к Стукову. Надо бы, конечно, Голиафа взять, я но ладно. Конечно. Я не могу поверить. Я займусь. Так, нам в эту сторону. Я пошел. Конечно. Я пошел. Конечно. Пробегаемся, дорогие друзья, пробегаемся. Конечно, ребята, мы вполне можем их использовать. Давайте залезайте в них и вперед. Я займусь этим. Я пошел. Я займусь. Я пошел. Конечно. Я займусь этим. Залезаем внутрь, народец. Я пошел. Я займусь этим. Конечно. Еще плюс один. Я не могу поверить. Еще плюс один. Я займусь этим. Конечно. Я займусь этим. Конечно. Я не могу поверить. Я займусь этим. Упс. Что-то пошло не так. Я займусь. Надо было перебить всю пехоту. Ну ладно. Я не могу поверить. Я займусь этим. Я пошел. Я не могу поверить. Я пошел. Конечно. Я не могу поверить. Конечно. Так, что у нас находится в этой я комнате? Пошел. Я займусь этим. Ни черта. Я не могу поверить. Я займусь этим. Я пошел. Конечно. Я не могу поверить. А ты еще кто такой? Я займусь этим. Я пошел. Я займусь этим. Эй, ты! Иди сюда и почини наши голиафы. Не стреляйте, я сделаю это. А ну сел и починил. Вот в какой части вы еще могли видеть. Конечно. Веселого чувабрека, который починил вам все и вся. Да, на самом деле, пока лучше не тратить на починку голиафов, они сильно косаны. Лучше чинить их. Я займусь этим. В тот момент, когда наступает жопа. Я пошел. Конечно. Я займусь этим. Конечно. Я пошел. Конечно. Я займусь этим. Я не могу поверить.
Личное? Конечно. Могу поверить. Конечно. Так, ладно, на единичку, и надо сделать, чтобы он за нами следовал. Так, я пошел. Конечно. Могу поверить. Я пошел. Конечно. Ух! Как он выжил-то, а? Я не могу поверить. Я займусь этим. Конечно. Я не могу поверить. Я займусь. Живучий черт. Я не могу поверить. Так, а если наверх пройти? Конечно. Есть проблема. Я серьезно? Пошел. Призрак? Я не могу поверить. Что там делал призрак? Я пошел. Я займусь этим. Я пошел. Окей, здесь нет никакого интересного оборудования типа компьютеров. Сейчас подождем, пока он починит. К тому же будем отправляться. Ну, я думаю, что в принципе хватит. Есть проблемы? Да, проблемы есть. Я пошел. И заключаются они в том, что нам надо как-то найти Алешку. Конечно. Стукова. Я не могу поверить. Я займусь этим. Я не могу поверить. Конечно. Я не могу поверить. И куда мы пришли? Я пошел. Я не могу поверить. В не очень хорошее место мы пришли. Может, ты полечишь его? Я займусь этим. Спасибо. Я пошел. Конечно. Как видите, здесь у нас нет такой сильной проблемы, как была в первой части с Протосами, когда они долго не могли забраться на драгунах наверх. Здесь такой проблемы как бы не особо возникает. Конечно. Я займусь этим. Я не могу. Да, она, в принципе, как таковая не особо возникает. Я пошел. Конечно. Я пошел. Конечно. Я пошел. Не могу поверить. Так, ущини, пожалуйста, его. Мой тоже. Выбор. Как здорово. Сейчас мы его починим и опять-таки пойдем дальше. Собственно, мы почти дошли до Алексея Стукова. Я не могу поверить. Конечно. Я займусь этим. Я пошел. Конечно. Я займусь этим. Ну что ж. Нам понадобится дюран, чтобы открыть эту дверь. Есть проблемы. Я здесь. Вице-адмирал Стуков, я здесь с приказом закончить вашу миссию. Лейтенант Дюран, я не удивлен. Мы оба знаем, что именно нужно закончить. Действуйте. Пожелайте доброй ночи, Стуков. К черту тебя! Лейтенант Дюран, немедленно доложите ситуацию. Жерар, старый друг, рядом с тобой был предатель. Это не я. Дюран, он все запланировал с самого начала. Он убедил уничтожить тебя в Сити-Сраптор, хотя это был наш лучший шанс уничтожить церковь. И потом на Ивуре он позволил зергам пробраться туда. Я прибыл сюда, чтобы использовать наш последний шанс уничтожить их. И ты убил меня. Дюран твой враг, Жерар. Мне даже кажется, что он заражен. Используй дисраптор, Жерар. Доведи наше дело до конца. Пусть моя смерть получит смысл. Алексей! Нет! Что я наделал? Что я наделал? Компьютер, где, черт возьми, Дюран? Наши датчики больше не засекают лейтенанта, адмирал. Он исчез. Нет. Какого черта? Началось. Инициирована операция самоуничтожения. Сэр, силовое ядро дисраптора перегружено. Чтобы предотвратить расплавление, вы должны найти терминал и отключить ядро реактора. Должно быть, это работа Дюрана. Бойцы, вы верно служили вице-адмиралу.
Я взываю к вам, почтите его память, сохранив целостность Псидисраптор. А теперь вперед, найдите пункт управления реактором. Найти терминал, прежде чем выйдет время. Итого у нас 15 минут, в общем, на все про все. Это наши ребята. Они добавляются к нам в отряд. Ну что ж, нам нужно... Терминал находится в 12 секторе. Теперь наша задача пробраться в долбанный 12 сектор, который хрен знает где находится, но наша задача туда добраться. О, еще один медик. Замечательно. Прослеживается огромное количество сигналов зерга. Что началось? Как зерги здесь оказались? Капитан, у нас, вероятно, уже идет заражение. Это доказывает, что Зеран в сговоре с зергами. Капитан, не дайте ни одному зергу встать у вас на пути. Теперь дисраптор нужен нам больше, чем когда-либо. Ну вы поняли. Ладно. Нужно как-то продвигаться дальше. Уничтожать при этом всех зергов попутно. Надеяться на что-то хорошее. Например, на чудо. Но что-то мне кажется, что чудо не случится. И опять-таки думается мне, что это не самый правильный путь и далеко не самый короткий. Ох, мать моя женщина. Хреново. Так. Пробегаемся дальше. Если вот эти гады на нас ринутся, будет очень хреново. Тут нужно уничтожить до того, как что-то изменится. Потому что если... Это все бы ринулось на нас, хоть и не ринулось. Ух. Благо этот жив. Так. Подтверждаю. Нужно идти выше. Слушаюсь, командир. Сэр, если мы заманим зергов в этот коридор, их разнесет в клочья. Канал открыт. А это идея. Цель обнаружена. Канал открыт. Открываем дверцу и убегаем, мать его, назад. Я сказал, убегаем, мать его, назад. Ну, как-то так. Кто у нас здесь самый косвенный? Какой-то шутник. Ладно, прорываемся дальше, у нас осталось 9 минут.
Надо это делать как можно скорее. Так, следуй за ним. Блин, следуй за ним, а он пойдет дальше. Отлично. Что-то мне это дыхание не нравится. Слушаюсь, командир. Оу! Цель обнаружена. Это же эти твари. Канал открыт. Я же их больше всего ненавидел. Цель обнаружена. Слушаюсь, командир. Надо двигаться. Сервал цепи замкнуты. Так, надо как-то это все уничтожать, пока есть такая возможность. Ладно. На двоечку. Следуй, пожалуйста, за моими гляфами. Не очень нравится. Говорится, что-то же их убило, правильно? Давай начнем. Осталось 7 минут, ребята. Нужно быстрее бежать. Ну, как-то так. Давай начнем. Так, быстро подхилимся чуть-чуть и продолжим. Наше путешествие осталось 6.20. Канал открыт. Слушаюсь, командир. Так. Подтверждаю. Ну, мы уже близко к цели. Цель обнаружена. По идее, успеваем. Вот мразь, а. Санитар! Слушаюсь, командир. Подтверждаю. Давай начнем. Подтверждаю. Иди его хиль, ё-моё. Хороший триггер. Боевой режим включен. Если головка болит, я тут как тут. Твой выбор. Да, проблемка у нее с отхилом. Боевой режим включен. Мана кончилась, я бы сказал. Хреновенько. Так, почти восстановили, все, побежали вперед, насрать. Так, надеюсь, что мы сделаем все как надо. Ну, или как-то так. Прости, добежать!
4 минуты. Цель обнаружена. Запущена программа отключения ядра реактора. Хорошая работа, капитан. И я хочу, чтобы Псидисраптор заработал в полную силу в течение часа. Я оставлю здесь гарнизон, чтобы защитить его. Подготовьте флот к отбытию. Отправляемся на Чар, чтобы убить этот проклятый сверхразум. И пусть небеса помогут Дюранам прожить этот день до конца. Вот как-то вот так вот, ребята. Победа, мои дорогие друзья. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем пока!